всем привет, дорогие друзья, с вами Ложка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Майнкрафт на версии 1.4.4. Остановились мы о том, как мы вернулись в нашу песчаную деревню и исправили наш баг, который называется размножалка жителей. Мы, там где находятся двери, просто взяли и поставили факелы, тем самым осветили наш баг. И теперь все жители спавнятся где-то в 2, а то и в 3 раз быстрее, то бишь размножаются. И сегодня я решил сходить вон в ту сторону, дело в том, что там есть коровы, а коровы мне понадобятся для того, чтобы собрать с них кожи. А кожа понадобится нам для того, чтобы создать уже книжки. Ну, а как вы уже, наверное, поняли, книжки мне понадобятся для того, чтобы сделать зачаровательный столик. В общем-то, именно поэтому я иду прямо сейчас в снежный биом. Просто раньше там, по-моему, водились коровки. Итак, я, если что, буду смотреть на мини-карту, может быть, найду этих коровок именно по ней. А пока я убью этого эндермена. Так. Стоп, крипер, не взорви колодец. Пожалуйста, не взорви колодец. Так, для начала мне надо тут обороняться от вот этих глупых зомбаков, а вот сам Эндермен. Привет! Ты на меня уже заагрился, окей. Оу, окей. Вы видели это? Два скелета выстрелили в бандового Эндермена и отпугнули его от меня. Круто, это очень мне нравится. Давай, умри. Умри. Еее! Все, супер. Одна эндерперла мне уже обеспечена за сегодняшнюю серию, а это означает то, что нам осталось где-то половину того же, сколько я уже накопил, и тогда я все уже буду сражаться с самим драконом. О, да, сражение с самим драконом — это эпично. Так, привет, собачка, я тебя приручу. Вау, ты приручилась? Нифига себе, всего лишь с одной косточки. Меня это радует. Собачка, бей его! Давай, бей его, запинай. Молодец. Назову тебя Персик. Да, все, ты теперь будешь Персиком. Кстати, а вот и первая корова, вот вторая корова. Персик, бей их, Персик. Давай, Персик, ты сможешь. Ты сможешь, я вижу третью корову. Нам две шкуры точно обеспечены. Персик, бей. Давай, последний удар. Ты убьешь ее. Давай. Еее. Так, есть, первая шкура есть. И осталось найти только вторую. А, стоп. С одной коровы выпало целых две кожи. Это классно, но все-таки мы убьем и вторую. Давай, Персик, бей. Бей ее. Подождите. Я сейчас еще и эту приручу. Вау. И ты с первого раза приручилась. А может быть, тут еще собаки есть? Вон, я вижу собаку. Эй, иди сюда. Собачка. Я тебя сейчас приручу, кстати. А с коровы что-нибудь выпало? Да, с коровы что-то выпало, и это простая говядина. Ну ладно, мне хватит, в принципе, всего лишь двух кож. Подождите, за мной ходят две собаки. Одна из них не прирученная, но все равно за мной ходит. Вау, ну давайте мы ее... Вау! И ты с первого раза приручилась. Ничего себе. Фортуна так фортуна. Ну-ка. А ты не приручилась даже с третьей косточки. Ну ладно. Мне всегда может везти. И сейчас мы с моими тремя персиками идем в пустынную деревню, чтобы там сделать зачаровательный столик. Подождите. Нет, мне показалось, это эндермен. Ладно. У меня есть две кожи, и по пути нам еще надо собрать... Тростник, да? Да, вот, собственно, я вижу уже тростник, слава тебе, Господи. А также нам надо добыть обсидиан, если мы его не добыли до сих пор. Я уже не помню, честное слово, добывали ли мы обсидиан или нет. Что-то у меня какой-то склероз. Ладно, по-моему, 6 мне точно хватит. Но все-таки мы соберем еще немного тростника. Сейчас по пути еще немного соберем. Но сначала мы еще и должны... Не-не-не-не-не, глупые кактусы. Все, умрите, кактусы. Вау. Круто, меня еще и собаки так классно защищают. Гнилая плоть, стейк. А давайте-ка мы, знаете, как сделаем? Мы размножим этих собак. Раз, одна, два. Юху! Еще и опыт вылетел. Маленькая собачонка! Юпи! Юпи! О, господи, умри. Маленькая собачка тоже ее... О, нет! Умри! Ты хочешь убить мою маленькую собачечку? Мини-персика. Господи, мини-персика чуть не убили. Господи, я его должен покормить. Если он скулит, то это значит, он хочет кушать. А как видите, у него хвостик не поднят, а значит, ему надо его поднять, чтобы он был резвый. Вот, все, я поднял у него хвостик. Это означает то, что теперь у него сытость на максимуме. Что это у нас? Просто какая-то дыра, может, крипер взорвался. Так, все, давайте, идите ко мне. Персики. А скелет, гори. Ты не персик, да, ты скелет. Такс.
Давайте-ка мы еще эту свинюшку зарубим, чтобы дать еды моим персикам. Давайте, бейте их, бейте их. На, на, на. Есть, есть. А, подождите, я не взял. Косточку выбросим. Сейчас покормим какую-то из собак. Ну-ка, у меня вообще еще какой-нибудь корм есть? Так, картофель, вы едите картофель? Так, ну ты точно не будешь есть картофель, а ты? Нет, ты тоже не ешь картофель. Печально. Ну-ка, а может тебе еще немного дать? Нет, все, ты больше не хочешь. Ладно, а ты будешь? Ты не будешь? Ты... А, вы что? Вы не питаетесь свининой? Да ладно. Вы свинитериане? Как так? Ну ладно. Будьте свинитерианами, а я побежал в пустынную деревню. Подождите, а почему маленькая собачонка сидит? Мини-персик! Мини-персик, извини, что я тебя посадил и чуть ли не оставил одного. Давай, иди, иди за мной. Ням-ням-ням-ням-ням. А, господи, сколько же у меня маленьких жителей, персиков. О, скоро тут в этой деревне все маленькое будет. Два поваренка бегают друг за другом, это няшно, да. Так, в общем-то, на этот раз я будку создам где-нибудь здесь. Да, чтобы, если что, зомби сюда не пробрались. А зомби сюда точно не проберутся. У меня здесь все защищено. Скоро появится голем и будет очень круто. Так, а где остальные собаки? Собаки? А, вот они. Иди, идите за мной. Давай, 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 давай. Идите за мной. Сюда, 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 сюда. Вы только посмотрите, смотрите, как он бегает. Ну-ка, ну-ка, подождите, 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 подождите. Маленькие собачки, подождите, подождите. Я хочу показать вам, как он бегает. Так, сейчас поедим и отбежим далеко, 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 далеко. А, так, а вы, наверное, сидите здесь. Сейчас я хочу сделать так, чтобы за мной бежала только маленькая собачонка. Давай, побежали, побежали, побежали. Ну-ка, бежит. Где? Собачонка? Собачонка! Персик. Он что, бежит с другой стороны, что ли? О, вот же ты. Давай, побежали, 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 побежали. А, ты телепортируешься, ну так нечестно. Да, ну хватит телепортироваться, я хочу показать зрителям, как ты бегаешь. Да! О, господи, как же это няшно выглядит. Как же это няшно выглядит, вы только посмотрите, народ. Давай, сейчас появится. Не-не-не-не-не-не-не-не. А, сюда бы еще няшную музыку вставить, и все, и это вообще хит. Хит сезона. Ха, прикольно. Так, ну ладно, пойдем в будку. Пойдем, пойдем, пойдем. Будешь сидеть со своими родителями здесь. Не унывать. Погавкаешь с ними. Давай, заходи. Ну, хотя бы телепортируйся. Е-е-е-е. Все, сиди здесь. Потом вырастешь и будешь меня охранять. Хватит тут щелкать дверями, глупые жители. Ну-ка, а мне, кстати, нагрудник нужно поменять? Нет, пока что вроде прочность у всех одинаковая. И делаем мы сейчас... Что мы хотели там сделать-то? А, мы хотели сделать книжки. Подождите, а почему не делается листочек? Да, вот листочек вот так вот делается. А теперь мы выкладываем вот таким вот образом листики, добавляем кожу и получаем две книженцы. Обсидиан-то все-таки у нас есть? Нет, обсидиана у нас нету. Получается, нам нужно... Нам нужно всего лишь 4 обсидиана. И тогда у меня появится зачаровательный столик. Ладно, почему бы и не сбегать за ним? Только проблема одна. Нужно найти 4 ведра лавы. Или же просто одно ведро воды. Наверное, так я и сделал. Отойди, житель! Мне нужно взять ведро. Ведро у меня есть? Ведро, 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 ведро. Да, ведро у меня есть. Хорошо. Надо сейчас еще немного поесть. Что у меня покушать есть? Нифига себе, у меня гнилой плоти. Офигеть. Круто. А сейчас что-нибудь такого мясного, ясного возьму. Арбуз нет. О, точно. Я себе сделаю хлеб. Хлеб ням-ням. О, ух ты. Смотрите. Мне даже ачивку дали. Вот это да. Классно. Так, ну положу сюда все ненужные вещи. По крайней мере, вот эти вещи мне точно не нужны. И мы отправляемся в путь дорогу. Подождите, а где мой хлеб? Я его что, положил, что ли? Да, глупый-то я какой. Сам делаю хлеб для того, чтобы поесть его в шахте. И тут беру, сразу же ложу его в сундук. Так, собственно, я побежал. Не поминайте лихом. Я иду за обсидианом. Я знаю, где у меня есть
поблизости шахта. Собственно, вы ее уже видите, народ. Вон она, булыжническая такая. И там я, надеюсь, добуду немного обсидиана. Но перед этим надо еще взять немного воды. Вот здесь, например. Нет, здесь фигово. Здесь как-то все это фигово. Да, господи, ну что такое? Так вот, потом отсюда сюда. И отсюда сюда. Все, вот, ровная вода. Бесконечный источник из водоема. Это круто. И мы бежим в далекие края. Прыжок! Нет, не получилось прыжка. Ну и ладно. Долго лезем. Лава-то здесь есть, я уже забыл. В этой шахте я давно не был. Берем факелы, берем кирку. Вставляем здесь все факелами. И идем на поиски лавы. Привет, мой первый монстр, которого я убью. Привет, второй монстр, которого я убью. Ты у нас будешь пауком, да? Так, скрипер, взорвись. Молодец. Так тебе и надо, паучара. Паучара. А, вот. Но здесь... блин, создаться только булыжник. Черт. Мне нужен обсидиан. Так, это обсидиан? Да, это обсидиан. Ей, первый обсидиан, который мы добыли. Ехау. Добываем его. И идем за последними тремя кусочками. Здесь я сделаю только лишь булыжник. Булыжник мне не нужен. Это означает то, что мы бежим дальше. Привет. Сдохни. О, лазурит. Лазурит. Добывать тебе или нет? Ладно, так и быть, добудем. Без раздумий, можно сказать. Идем дальше. Лава. Лава, ты мне нужна. Вот никогда бы не подумал, что мне так сильно нужна была лава. Хотя в индастриал крафте лава практически всегда нужна. Или в билд крафте. Фиг его поймешь. Точно не разбираюсь в этих модах, но, по-моему, в индастриал крафте. О! Вот где сборище обсидиана. Здесь мы все это закрываем. Воду, наверное, тоже как-то прикрыть надо. Нет! Черт! Умри, вода! Все, хватит течь. Все, вроде как я с водой расправился, осталось лишь накопать обсидиану. Хотя в то же время вода как-то помогает мне. Она другую лаву превращает в обсидиан, и тем самым обсидиан не сгорает от лавы. Да, немного бредово, но все-таки это так. Все, последний кусочек. Копаем. Эй, что? Я же его выкопал. Что, заново, что ли? Я же его выкопал, вы сами видели. Какого хрена? О, вот, все, выпал, отлично. О, кстати, шахта такая большая шахта. И, может быть, я здесь даже алмазы найду. Нет, слишком уж все как-то туманно. Ну, давай, дистанция. Экстрим. Нет, все равно. Ну, ладно. Так. Сейчас надо вылезти каким-то образом. Как бы вылезти. По-моему, в прошлый раз я прыгал. Ну ладно, таким вот образом, давай. Вода. Так, подождите, может быть это из-за того, что у меня лагает? Вода. Давай. Что? Какого хрена? Она не хочет течь. Что за лаги? Какого хрена? Это что за лаги? В одиночной игре такие лаги никогда бы не поверил, если бы сам такого не увидел. Давай! Да господи, что за хрень? У меня даже блоки не рушатся, вы только посмотрите, народ. Ну-ка. Вот, все, булыжник вроде как рушится. Почему вода не берется? Вот, взялась. Все, разливается. Неужели? Что это за лаги сейчас были, фиг поймет. Никто, наверное, не догадается. Даже я. Несмотря даже на то, что я играю в своем лэ... Я чуть не обосрался! Зомби, зачем же ты меня так пугаешь? Я чуть действительно не обосрался после того, как ты меня скинул. Так, все, мне надо домой возвращаться. Где мой дом? Дом родной. Лаги! Что-то? Почему у меня лагает? Что за хрень? Не было ж такого где-то 20 минут назад. Да и вообще 10 минут назад такого не было. И 5 минут. Сначала какие-то лаги с блоками.
Точнее, с выливанием водой, а теперь вообще приседает FPS. Наверное, это из-за того, что я дистанцию поставил на экстрим. Да. Это вполне возможно именно из-за этого. Больше не буду никогда на экстрим ставить, иначе Майнкрафт сразу лагать начинает. И, по-моему, я шел вот отсюда. Да, отлично, вот отсюда я пришел. Мы забираемся. Забираемся. Давай, забирай. Да, господи. Не могу забраться. Все, отлично, вот теперь мы забрались. И можем сейчас делать наш зачаровательный столик. Ю-ху! Единственная проблема это то, что нам надо еще сделать книжные полки, либо из моего первого дома перенести их в деревню. Потому что я, если сейчас просто поставлю зачаровательный столик, то смогу зачаровывать максимум на 8 уровень. Да, это плохо. Это не максимальный 30 уровень, это всего лишь 8. А хотелось бы 30, да. Так что нам придется делать какую-то размножалку коров в пустыне, ну, то бишь в деревне. Иначе нам придется все время ходить в свой первый дом. Ага, так вот-то все. Привет, маленький житель. Как там маленькие собачки поживают? Привет, вы хотите кушать? Я вам плоти принес. На, покушай маленько. А, ты не хочешь? Окей. Ты хочешь? Да, ты хочешь? Еще хочешь? Да, вот сердечки появились, значит, он полностью сытен. Так, вот сердечки и сердечки. Ну-ка, а вы размножитесь еще раз? Да, размножается, смотрите. Ей! Так, подожди. Маленькая собачка, иди сюда. Маленькая-маленькая собачка, иди ко мне. Мали-мали-мали-мали-мали. Я тебя должен покормить, чтобы у тебя хвостик поднялся. Вот смотрите, у мини-персика сейчас маленький хвостик. То есть он опущен. А если я сейчас покормлю, то хвостик поднимается. И это означает то, что у собаки сытость полная, если он полностью поднялся. А если появляется сердечко и у взрослой собаки, значит, у нее сытость полностью полная. И да, вот такой вот сейчас я бред сказал. Ладно, все. Создаем наш зачаровательный столик. Нам понадобится 4 обсидиана, 2 алмаза и 1 книга, да? Да, отлично. Стол зачарований готов. Привет! А я что, тебя не посадил разве? Давай. Все, оставайся здесь. Ням-ням-ням. Ай, китайцы! Китайцы, блин, стоп, а где мой дом? Здесь? А, вон, нашел. А, я действительно запутался. Вот здесь поставлю зачаровательный столик. Не знаю, бред выглядит, по-моему, поэтому уберем и поставлю его где-нибудь здесь, возле кроватки. И теперь можно зачаровать нашу хоум-лопату, в смысле. Например, на 8 уровень. Вау! Эффективность 2? Неплохо, неплохо для 8 уровня. Наверное, оставлю. Ничего себе! Я лопатой так быстро копаю доски. Фига себе! Круто. Кстати, мне говорили то, что я могу еще соединять каким-то образом две кирки, например, и получить какой-то офигительный, не знаю, какой-нибудь офигительный чар. Например, если я соединю алмазную кирку прочностью эффективностью 3 на 3 и еще одну алмазную кирку с прочностью на эффективностью 3 на 3, то получу прочность у кирки 4 и эффективность у кирки 4. Это круто, по-моему. Так еще и починенную кирку, представляете, да? Опять же, бред какой-то несу. Я сам это еще не проверял, но, судя по вашим комментариям, это так. Что еще? Защита от снарядов. Это говно. Всего лишь-то от лучников. От лучников мне мало чего нужно. Так, что вы тут продаете? Так, мне нужно у тебя что-нибудь купить. С роговядина. Ну, может быть, потом сделаю какой-нибудь. Вау! Тот за 14 покупает, а тот за 16. Нифига себе. Киш, все-таки они наглые-то все. А ты у нас что тут валяешься? Ну-ка, давай, выходи. Выходи. Ты мне тут еще размножаться должен. Все. Вылезай из колодца. Сказал, вылезай. О, печально то, что жителей теперь нельзя бить. Если я его ударю, то у него появятся какие-то плохие сердечки. Ну, даже не сердечки, какие-то хрени наверху головы. И это означает то, что он злится на меня. А если он злится, то он плохой товар продает в дальнейшем, когда апается. И это так плохо. Я не хочу его бить. Придется сделать так, чтобы он в колодце остался. Ну, думаю, на этом мы закончим, народ. Круто. У меня столько жителей. Ням-ням.
А вы только... А вы помните, как у нас было мало жителей, и мы только-только развивали эту деревню? А теперь у нас все развито, у нас такая классная деревня. Я слышу голема! Что? Подождите, это глюки у меня? Либо... Так, тихо. Хватит гавкать! Нет. Это, кажется, глюки. Фух. Это не голем, ладно. Хотя в то же время это не фух. Лучше бы голем. Ну ладно, на этом, думаю, народ, закончим. Серия получилась довольно долгая, может быть, недолгая. Ну, средняя. В общем-то, да, действительно, средняя. Серия, это я записываю ее перед стримом, так что вы не удивляйтесь, почему она может быть мелкая. Мне еще подготовиться к стриму надо. Ну, а на этом мы заканчиваем. И если здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лошка. Всем удачи, всем пока.